Всем доброго времени суток, приветствую вас на канале ICO Launch. И сегодня вас хочу познакомить с проектом под названием Yunga Network. Yunga Network — это глобальная сеть Wi-Fi на блокчейне эфириума. Платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет любому стать локальным интернет-провайдером глобальной сети Wi-Fi. Вот мы сейчас находимся на официальном сайте. Как вы видите, данный сайт есть только в переводе на английском языке, к сожалению. Так же самое вся документация. Как вы видите, есть вот идет обратный отсчет. Всего лишь осталось чуть больше 3 дней до окончания краудсейла. И данный проект практически собрал свой полный хардкэп 40 миллионов. Ну, вы можете принять участие, кого заинтересует. Ну и давайте в краткости пробежимся по проекту. Что это такое и какие шоу у них уже есть. Yunga уже подписал соглашение с стратегическим партнером, таким как LegalWave, который работает на рынку с 2006 года и является самым быстрорастущим европейским производителем сетевого оборудования Wi-Fi. Также член правления Yunga Дилан Шарки провел дневную встречу с венчурными капиталистами Персидского залива. Более подробно вы можете ознакомиться, есть статьи на данной встрече. Также в Yunga есть партнерство с сетью Mysterium. Это был такой довольно успешный стартап, данный стартап направлен на децентрализованные технологии VPN на блокчейне. Того, кто не знает, что такое VPN, VPN — это технология, позволяющая обеспечить одновременно несколько сетевых соединений поверх другой сети. Что дает данная платформа Yunga Network для всех с поддерживанием блокчейна? Вот вы сможете ознакомиться. Это наслаждаться беспроводной связью, доступ по всему миру с одной учетной записью, всегда защищать веб-доступ, мгновенно стать частью глобальной сети, услуга VPN, помощь с подключением развивающих регионов, получать оплату за предоставленные услуги. Здесь вы можете ознакомиться, какая цена на токен сейл и как проходили периоды сбора. В данном токен сейл вы сможете сделать оплату в эфире, биткоин, литкоин, виза и также MasterCard. Если захотите купить, нажимаете кнопку Buy Token. Есть еще множество видео, также есть промо-видео, как это будет работать. Опять же повторяюсь, на данном сайте есть только все на английском языке. Вот так они расписывают бизнес-модель. То есть будет для пользователей проводить, то есть будет различный, будет бесплатный и платный. Для бесплатного пользователя будут такие плюсы, как миллионы горячих точек, то есть миллионы бесплатных доступов к сети. Безопасность, карта и предложение для Android и iOS. Для платных, соответственно, будет плюс без рекламы и также будет более быстрая скорость. Для поставщиков провайдера тоже будут различные плюсы. Для свободной поставки — это программное обеспечение Plus и Play, миллионы глобальных клиентов, открытый исходный код, готовые электронные коммерции на Visa и MasterCard. Безопасность. И нет необходимости в IT-персонале, потому что это все будет автоматически делаться на платформе. Также вы можете ознакомиться с дорожной картой, как стартовал данный проект и какие дальнейшие будут развития. Различные статьи о данной платформе, проекте. И здесь они указывают два самых топовых советника, адвайзера, так называемый. Один из них — это Дилан Шарки, это бывший руководитель отдела продажи на LinkedIn, это социальная сеть, довольно большая. И второй — это Роберт Тасс Ивинский, основатель стартапа проекта Mysterium Networks. Как я уже говорил, он есть партнером, это децентрализованная VPN технология на блокчейн. Yunga будет предоставлять MVP платформу. Здесь есть промо-видео, как оно будет работать. А также вот вверху есть значочек, вы можете ознакомиться. MVP платформа — это целая концепция
где можете потратить очень мало времени для дизайна и разработки, но очень быстро получить отзывы от пользователей. То есть вы вкладываете минимум возможностей, но получаете максимум выгод и продвижение вперед своего сервиса. MVP применяется в сложных разработке сложных веб-проектов. Ну, здесь, опять же, повторяюсь, вы можете ознакомиться, прописать, посмотреть. Также хотел просто добавить, что MVP разработку взяли в себе в разработку такие глобальные проекты, как Amazon и eBay. Это все, всем известные данные площадки торговые. Также на сайте вы можете ознакомиться, как они пишут, как будет расти глобальный рынок интернет-услуг и как он оценен. Сегодня он оценен на 620 миллиардов долларов. Дальше вы можете ознакомиться с командой. На каждом под них есть ссылки на LinkedIn. Также участник команды, это, как я говорил, он топ-адвайзер и также он советник директоров в данном проекте. Бывший исполнитель директора LinkedIn, руководитель отдела продаж. Ну, адвайзеры. И также вы сможете здесь подписаться на и ознакомиться о проекте в соцсетях. То есть это Telegram, который на сегодня имеет 9684 пользователя. Также Twitter. Вы можете, если вас заинтересовал проект, подписаться. Я подпишусь. Меня заинтересовал данный проект. И различные другие. Facebook. Также можете следить за данным проектом, задать вопрос, который вас интересует, Bitcoin Talk форуме. Более подробно, опять же повторяюсь, можете изучить YPEP, но не забывайте, что осталось совсем мало времени, чуть больше трое суток. Кого заинтересовал данный проект, принимайте участие в данном SEO, но не забывайте о риске. Все ссылки на данный сайт я оставлю в описании. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.